Что такое прививки, знает каждый взрослый, однако перед тем, как пройти нужную процедуру, самим и привить своего ребенка, многие сталкиваются с дилеммой – а стоит ли? Для того, чтобы исключить сомнения в необходимости вакцинации, Всемирная организация здравоохранения проводится Европейская неделя иммунизации. Хочу подчеркнуть, что вся эта программа иммунизации финансируется государством, и все прививки, которые проводятся в рамках национального календаря и по эпидпоказаниям, это все проводится бесплатно для граждан Республики Беларусь. Поэтому государству предоставляется возможность защитить себя от тяжелых инфекций, и пренебрегать, конечно, этим не следует. Как показала практика, положительный эффект такой борьбы с инфекциями достаточно ощутим. В Брестской области благодаря успешной реализации вакцинации достигнуто значительное снижение многих инфекционных заболеваний. Совершенно исчез полиомиелит, который раньше приводил к инвалидности. Отсутствуют случаи краснухи. Заболеваемость корью и коклюшем снижена до единичных случаев. Заболевание дифтерии не регистрируется в области с 2002 года. Люди не должны отказываться от прививок. Это залог ихнего здоровья. Наиболее актуальная вакцинация против воздушно-капельных инфекций, таких как грипп, коронавирусная инфекция. За последние 3 года эндемичных по коронавирусной инфекции очень большое количество населения, 70% от всего населения привито от коронавирусной инфекции. Мы работаем со взрослым населением от 18 лет и старше. Приходят как и лица трудоспособного возраста, так и пожилые люди, люди с факторами риска, с осложнениями других заболеваний. Вот. Вакцинация нужна и важна в любом возрасте. Благополучие нашей жизни в первую очередь зависит от сохранения здоровья. Сохранить его или лишиться из-за болезни зависит только от самого человека. В общем и целом, брещане считают, что вакцинация очень важна. А вот количество несогласных во время опроса колебалось вокруг 1%. От всего прививался, от кори, от гриппа, но это было давно. Если человек заботится о своем здоровье, он обязан выполнять рекомендации врачей. По-другому нельзя. Другого еще человек не придумал, и ученые не придумали. Есть прививки, есть рекомендации, надо их строго выполнять. Нужны. Человек переболеет в легкой форме, а потом не заразится и не заболеет. Вакцинация – это вообще основное, что должен делать человек, когда переступает порог этого медицинского учреждения. Коронавирус – это первое, что должны были привиться люди, которые, те, кто привились, они, конечно, перенесли меньше такие симптомы, меньше болезни. Остальные тоже прививаемся. Грипп, ну, грипп не очень популярен, как был коронавирус. Важно, наверное, вакцинироваться. А вот вы вакцинировались? Да. От чего? От коронавируса. В нашей стране каждый человек имеет возможность защититься от заболеваний, предупреждаемых с помощью вакцин. Ведь вакцинация – это инвестиция в здоровье, его качество и благополучие на протяжении всей жизни.